генерального директора сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» Гавриила Степановича Фронтенко. С днем рождения поздравляет генеральный директор Росптицесоюза Галина Алексеевна Бобылева. Уважаемый Гавриил Степанович, хочется пожелать вам огромной воли, силы и терпения. Вы выполняете огромный труд, делая это как истинный профессионал. Пусть же он будет оценен по достоинству. Крепкого здоровья вам, чтобы вы и ваша семья были счастливы, чтобы никакие ветра и невзгоды не могли остановить вас, чтобы все вершины покорились и все стены рушились под вашим напором. Пусть все мечты сбудутся, все желания исполнятся, а все чудеса случатся. Но слава их высока!
генерального директора сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» Гавриила Степановича Фронтенко с днем рождения поздравляет губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. Искренне поздравляю вас, уважаемый Гавриил Степанович. Спасибо за вашу преданность малой родине, упорный и кропотливый труд во благо Иркутской области. Благодаря вам жители Приангарья обеспечены экологически чистыми и качественными продуктами питания. Рекордные урожаи зерна, овощей и картофеля, белореченское куриное яйцо, молоко, колбасы, мясные полуфабрикаты давно известны за пределами нашего региона. А ваши масштабные проекты всегда удивляют своими результатами. Пусть работа всегда приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем. Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете. Генерального директора сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» Гавриила Степановича Фронтенко с днем рождения поздравляет министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Павлович Сумароков.
Примите самые искренние слова благодарности за огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса, за упорный и неустанный труд, от результатов которого зависит не только качество жизни каждой отдельной семьи, но и продовольственная безопасность Иркутской области в целом. Пусть ваше предприятие только процветает. Желаю вам хороших урожаев, успешных трудовых дней, отличной погоды и достойной оплаты труда. Ваша нелегкая работа всегда высоко ценится, ведь благодаря вам люди всей нашей Иркутской области сыты и накормлены. Будьте счастливы, здоровы и искренне любите то, чем занимаетесь. Генерального директора сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» Гавриила Степановича Фронтенко с днем рождения поздравляет коллектив предприятия. От всей души поздравляем с днем рождения. Успехи нашего предприятия – это в первую очередь заслуга руководителя Гавриила Степановича, с которого коллектив берет пример. Он всегда выбирал и выбирает правильную стратегию, обладает целеустремленностью и дальновидностью, понимает свою ответственность за судьбу предприятия и в результате за благосостояние каждого работающего под его началом.
Желаем вам крепкого здоровья, не терять интереса и любви к своей работе, успехов во всех начинаниях, дальнейшей перспективы и, конечно же, востребованности. Спасибо вам большое за ваш труд и душу, которую вы вкладываете в свою нелегкую работу. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Дорогого, любимого папочку, дедушку, прадедушку Гавриила Степановича Фронтенко с днем рождения поздравляют дети, внуки, правнучки. Уважаемый Гавриил Степанович, вам дарят очень теплые слова пожеланий ваши самые родные люди. Дорогой наш, мы поздравляем тебя с днем рождения и хотим пожелать всегда оставаться замечательным папой, который никогда не оставит в беде, и чудесным дедушкой, прадедушкой, который может превращаться в настоящего волшебника. Пусть твои годы считают великие успехи и победы. Пусть в твоем доме всегда будет уютно и тепло. Пусть твое сердце всегда свободно будет от тревог и переполнено от счастья. Для вас звучит эта песня.
любви придешь, по другой тревоге. Все дорожки, все пути выбираем сами. Нам поможет солнце свет под небесами. Нам поможет солнце свет под небесами. Генерального директора сельскохозяйственного акционерного общества «Белореченское» Гавриила Степановича Фронтенко с днем рождения поздравляет коллектив медиахолдинга «Инфоцентр». Уважаемый Гавриил Степанович, вся ваша трудовая биография – это пример самоотверженности и максимальной самоотдачи на пути становления, развития и процветания предприятия. Вы всегда идете в ногу со временем, умеете просчитать наперед и выстроить дальнейший правильный путь деятельности родного Белоречья. Пусть все рабочие моменты обходятся без трудностей и препятствий. Пусть каждый день открывает дорогу к успеху и дарит новое ощущение счастья. Желаем вам долгих лет перспективной деятельности, здоровья, радостных событий и множества положительных эмоций. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем.
только мы с конем по полю идем. Сядая верхом на коня, ты неси по полю. Огоньки, золотая кожь, да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь, да кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрый год, хлеба рот, да, будет. Было всяко, всяко пройдет. Пользнатая рожь, ой, кудрявый лен, ой, о том, как я в Россию влюблен. Мы идем с конем по полю вдвоем.